прекрасно знаешь, это не сработает. Нет, старина, все получится, я это чувствую. Встречайте лучших друзей. Я же говорил. Жить в туннеле строго запрещено. Туннели для поездов, а не для людей. Немедленно убирайтесь. Но я хочу жить здесь. Что в такой ситуации сделал бы твой дедушка? Все бы исправил. Именно, исправил бы. Мы пойдем к капитану Тутсону. Впереди новое приключение. Что вы там делаете? Не думаю, что это законно. Даю голову на отсечение. Они затевают что-то грандиозное прямо сейчас. Глянь, вот это дискач! Посторонись, тормоз! Привет! Прости, Мона! Знакомьтесь с большим зверем. Не шути так, болван. Нет в туннеле никакого зверя. Подружитесь с капитаном Тутсоном. Якорь мне в глотку, а ты еще кто? Караганица пресноводная! Убирайся! Веселая история для всей семьи. Четыре сапога и барсук. Смотрите в кинотеатрах.